С наступлением лета на дорогах появилось большое количество мотоциклов. У кого-то от их рева мурашки по коже, а кто-то посвящает им всю свою жизнь. Между тем, мотоцикл остается одним из самых удобных и экономичных средств передвижения. Существует более сотни производителей мототехники, но сегодня мы подробнее остановимся на белорусских мотоциклах. Появилась вновь техника Минск. Нами давно знакомая, нами давно любимая, зарекомендовавшая себя как надежная, неприхотливая, выносливая, которая ездит всюду и везде. И теперь она будет себя показывать именно так же. Но появилось огромное количество новых моделей. Первый мотоцикл был впервые продемонстрирован в далеком 1885 году. С тех пор любовь к нему лишь набирает свои обороты. Дизайн и мощность современных моделей вызывает удивление даже у равнодушных к мототехнике. Классический мотоцикл. Он тоже считается как бы шоссейным чисто. Но форма посадки уже классическая. Вы сидите прям спина прямо вертикально. Здесь тоже 250 кубических сантиметров объем, но уже охлаждение не водяное, а воздушное. В мощности он немножко меньше. Здесь получается у нас 19 лошадиных сил. Может брать на борт полноценных двух пассажиров, таких как я, габаритами и весом. С легкостью нас унесет вдаль. Традиционные белорусские мотоциклы пользуются невероятной популярностью, даже несмотря на то, что внешне они мало чем отличаются от аналогичных моделей 20-летней давности. И все это благодаря превосходным техническим характеристикам и актуальному ретро-стилю. Новинка. Опять же, в классике тоже появляются новинки. Это четырехтактные двигатели 125 кубических сантиметров и 200 кубических сантиметров, у которых воздушно-масляное охлаждение. Вот он видно здесь. Масляный радиатор. Сложно поспорить с тем, что железный конь делает жизнь более мобильной и насыщенной. По сравнению с автомобилем, он значительно экономит топливо. К тому же с ним можно и вовсе забыть о городских пробках. Например, Street R250. Что он из себя представляет? Это уже типичный лежак. Здесь водяное охлаждение. 28 лошадиных сил. Очень хорошие тормоза, что передние, что задние, везде дисковые. То есть это настоящий спортивный мотоцикл, удобная посадка. Существует стереотип, что мотоциклы созданы только для экстремалов, желающих погонять по трассе. Тем не менее, их можно использовать и в более практических целях. Это лесничок, модель мотоцикла «Минск», но приспособленная именно для езды по лесу, по лесам, для чего? Ну, здесь вот, чтобы фара не разбивалась, ограждение. Тут микробагажничек можно сделать, крыло повыше, пластиковое. Оно может деформироваться и возвращается в исходную форму. Подставки под ног такие, что на кочках, когда едешь, чтобы нога туда не попала, в спицы, не дай бог. Там ограничения сделаны. Багажник дополнительный. В рядах тех, кто увлечен мототехникой, нет никаких ограничений. Мотострасти подвержены все. Это и юные тинейджеры, и состоявшиеся личности, люди солидного возраста и даже прекрасные девушки. Поэтому, если вы решили приобрести белорусского мотодруга от единственного официального дилера в Сибири, спешите в магазин «Дачка Садовод», расположенный на улице Грузовая, 8Б. Юлия Костина, Алексей Зайцев. Утро в твоем городе.